Всем привет из Алании, друзья, район Оба. У нас отель White Gold тут перед вами. Правее его отель Romantic Palace и Emir Beach. Время сейчас уже почти 7:30 вечера. Ой, я только сейчас увидел, что здесь переход есть подземный в этот White Gold, оказывается. А что они все время пешком в основном ходят, я не знаю. Уже скоро будет темнеть, через полчаса, наверное. Солнце я уже не вижу, солнце уже зашло, наверное. Мы сейчас пройдем на пляжик. White and Gold. Посмотрим, какие волны, кто здесь не спешит на ужин, кто еще на море. Пусто. Вот так вот, как там меня спрашивали, что там кто-то на канале показывал пустые пляжи. Вот вам пустой пляж, пожалуйста. То же самое могу сделать на Клеопатре, прийти утром в 8 утра. Причем не на пляж отельный какой-то, а на пляж, где платные лежаки, допустим, по 20 лир. Кафешки какой-то, они пустые там все время, эти пляжи. Вот так вот показывают вам пустые пляжи, чтобы хайпануть. Людей на самом деле очень много. Сказать, что их много, это, наверное, ничего не сказать, потому что Алания сейчас переполнена, на самом деле, просто переполнена. И вот сейчас вы видите, кстати, тут поуходили, получается, туристы поуходили все на ужин, а на пляж White Gold сейчас пришли в основном местные. Вот они тут сидят, кстати. В основном местные люди. Ну, кое-кто еще не ушел на ужин. Тот, кто не самый голодный, тут еще купается. А так вот местные поприходили здесь и плавают. Зайдем на пирсик, пройдем волны, волны, волны. Мне уже аж не верится, что май, июнь были без волн. Кажется, что волны здесь были всегда уже. Не знаю, такое ощущение. А, солнце еще не зашло. Закат солнца я сейчас могу вам показать. Здесь вот пусто, просто дикая территория, дальше пляж какой-то, кафешки тоже, он пустой, он и днем не особо полный. А в принципе, еще раз повторюсь, в Алании аншлаг, очень много людей. Так вот здесь пирсик. Тут тоже сейчас местные, кстати, гуляют, рыбу ловят по пирсу, волны как шумят. Кстати, не маленькие такие себе. Еще не ходил по этому пирсу до конца. Пройдемся, посмотрим, какой там спуск в воду. Кстати, пирс, когда есть, в принципе, вам в эти вырубы и не нужны в плитах, потому что вы можете с пирса купаться. Ну, естественно, кто плавать умеет, конечно же. В воде здесь высокие камни, если я купался на этом пляже, там нормально, вот когда в глубину заплываешь, можно на мель сесть на вот эти камушки, это единственный минус. А так классный вход здесь. Какая тут лесенка, довольно удобно. Кстати, вот волны вы видели, какие, а тут их почти нету почему-то, и красный флаг стоит. Красный флаг-то купаться нельзя, хотя вот здесь, как вы видите, волн в принципе и нету как бы. Тут вообще классно, с пирса тут уже реально как в открытом море, и камней не видно, дно песчаное, вот вы видите внизу, вообще супер, буду сюда тоже ходить купаться, наверное. Шикарно здесь. Че, сидите смело, девочка сейчас прыгать будет оттуда, я даже показывать не буду, то YouTube еще, YouTube этому же не понравится. Ой, супер, здесь вообще классно. Вообще обалденное море здесь. Че, я сюда не приходил? И рыбу ловят здесь местные жители. Ну, никто не гоняет, в принципе, значит можно. Thank you.
вода просто классная здесь. Дно чистое-чистое. Класс. Кстати, этих лежачков здесь не так и много. Почему, не знаю. Закат. Нырять и прыгать с пирса запрещено. Внизу скала, написано предупреждение. Скал тут, в принципе, нету, но нырять, конечно, опасно. Классно. Мы сейчас находимся где-то на уровне буйков, получается. То есть в обычном море на этом расстоянии будут примерно буйки. И уже вода тут просто суперская. Девочка сейчас третий раз будет прыгать. Смелая такая. Вообще, ой, молодец. Самое интересное, что волн нет. Вот возле берега довольно сильные волны, а здесь вот смотрите, их почти нету сейчас. Вообще класс. Красота, люди. Вот в оба все-таки море классно, когда оно чистое, не загаженное. Вообще суперское просто. На глубине, особенно на, ну, возле берега не ощущается эта красота воды вся. Закат в Алании очень красивый, сюда обязательно любуйтесь закатом, когда будете здесь. Огонь здесь, смотрите, какая красотища. Теперь я знаю, что даже когда на берегу волны, на глубине их почти нету, кстати. Это очень важно. Вообще класс. Справа у нас закат. Обалденно. Солнца уже нету, солнце ушло. Ну, через 20 это значит будет уже темно полностью. Thank you.